Дачную амнистию продлят до 1 марта 2020 года. До конца весенней сессии Госдума планирует принять законопроект о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года. Ранее в поддержку того, чтобы продлить дачную амнистию, однозначно высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. В предыдущей редакции закона она действовала до 1 марта 2019 года. Своевременно ее продлить чиновники не успели из-за того, что не вынесли законопроект на рассмотрение. По оценкам, около 1 миллиона россиян в случае продления упрощения процедуры легализации дачных построек смогут завершить начатые ими процессы оформления дачных построек на дачных участках. По разным причинам, в основном из-за высокой бюрократической загрузки, у многих россиян регистрация дачных объектов оказалась незавершенная. Кроме того, процедуры легализации дачных построек со временем менялись, то усложнялись, то становились проще. Для совершения оформления домов и построек вы можете обратиться к нашим кадастровым инженерам по этому номеру телефона. Не забудьте подписаться на мой канал, нажмите колокольчик и делитесь этим видео, ведь эта информация может пригодиться вашим соседям по даче, друзьям и знакомым. В этом случае большинство россиян смогут в срок оформить свои дачи в упрощенном порядке. До новых встреч, друзья!